Где сшивали круговую панораму из холста, которая называется «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»? Если вы были в панораме «Сталинградская битва», то, конечно же, видели круговую панораму «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом». Так вот, эту круговую панораму из холста, 16 метров в высоту и 120 метров в длину, сшивали здесь, в актовом зале Дворца пионеров, потому что в 1981 году это было самое просторное, самое большое здание в Волгограде. В 2005 году Дворец пионеров закрыли на реконструкцию из-за аварийного состояния и выделили 500 миллионов рублей для того, чтобы отреконструировать это здание. А, кстати говоря, видите, написано «Оля, спасибо за Дашу», Юра написал в 2005 году. Вот именно в этом году здание и закрыли на реконструкцию.